Средства массовой информации называют четвертой властью. Наряду с законодательной, исполнительной и судебной они определяют самоощущение граждан. В РИО губернатора Курганской области Вадим Шумков заявил, что считает роль СМИ в этом определяющей. Все меры, которые мы пытаемся сделать для людей, как раз доводят средства массовой информации. Они объясняют и планы органов власти, они сопровождают действия и потом поясняют последствия. Потому, конечно, определяющие. Вы наши основные помощники, от четкости, внятности общей работы очень много что зависит, поверьте мне, очень много. Сам глава региона любит позитивные новости. Он искренне не понимает людей, которые увлекаются негативом. Поэтому я надеюсь на вашу помощь в этом плане. Давайте людям рассказывать про хорошие вещи в Курганской области, про то, что посмотрите, что можно, оказывается, нормально чистить дороги, про то, что можно и нужно заставлять работать управляющей компании, которой мы платим немаленькие деньги за наши услуги, да, что можно украсить город к Новому году и сделать тоже достойно. Вот я бы хотел, чтобы вы были наши помощники в этих вопросах. Во время празднования Дня российской печати не обошлось без наград. Первой на сцену пригласили Аллу Удинцеву, заместителя директора медиахолдинга «Курьер», в который входит наше информационное агентство. В том числе благодаря ее заслугам полностью изменился облик газеты «Зауральский курьер», а посещаемость сайта kurgan.ru выросла почти в 5 раз. Максим Хохонин, Николай Волков, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».